президента было дано поручение по нашей просьбе оказать содействие региону и 100% обновить парк в течение 2,5 лет. Сегодня за полтора года мы сделали на треть. Учитывая, конечно, что, безусловно, и до этого мы закупали новые автомашины. Но если мы такими темпами движемся, то 2018, а 2019 год станет заключительным, когда вся республика, подчеркиваю, вся республика, без исключения, на 100% обновит свой специализированный автопарк скорой медицинской помощи. Ну и, безусловно, еще нельзя сбрасывать со счетов, что у нас теперь здравоохранение работает и санитарная авиация, которая очень успешно оказывает квалифицированную медицинскую помощь. Спасибо.